Слово предоставляется представителю караимов, представителю Крымской ассоциации крымских караимов «Крым Караилар» Полкановой Татьяне. Добрый день. Ассоциация крымских караимов «Крым Караилар» от всей души поздравляет крымских татар с праздником и с годовщиной. Несмотря на все трудности, желаем вам успехов, тех, которых вы хотите добиться. К сожалению, это очень тяжело, как оказывается в нашей стране. На сегодняшний день крымские караимы, ваши братья, находятся в очень тяжелом положении. Создается такое впечатление, что идет целенаправленное уничтожение народа и его культуры. На данный момент крымских караимов не пускают в свою единственную святыню на Джувткале. Закрыта этнографическая выставка, единственная в мире, бесплатная, которую могли посетить любой крымчанин. Крымских караимов не пускают на святыню, не разрешают закрыть дом для паломников, закрыты храмы Кинаса на Кале, в которые очень тяжело, чтобы попасть, нужно очень сложно попасть, зайти в свой дом помолиться, элементарно. Но несмотря на это, крымские караимы желают всем крымчанам мира, душевного согласия и боритесь всегда за свои идеи. И никогда не отступайте, как это делают крымские караимы. Кысмет болса! Мы благодарим караимов за выступление на нашем мероприятии.